Я, может быть, вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты Тунберг. Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Конечно, эмоции неизбежны, но все-таки, если мы хотим быть эффективными, то мы должны быть профессиональными.